Так, в этом видео разберем, как вернуть назад QWERTY клавиатуру. Если кто не понимает, о чем речь, показываю. Иногда вы вот хотите выглядит вот так вот, как на старых кнопочных телефонах. На русском языке, так и вот переключаю на английском. Эта клавиатура называется надо вернуть стандартную. Такое бывает, когда дали маленьким детям, а потом непонятно что. На него один раз. Попадаем в меню клавиатура Samsung. Жмем на кнопку языки и типы. После этого долгим нажатием на нужном нам языке, например, русский. Долгое нажатие и появляется подменю, где нам надо выбрать клавиатура QWERTY или клавиатура 3x4. Выбираем QWERTY клавиатуру. Ну, кто не знает, это обычная, стандартная. На английском языке выбираем аналогичный вариант. Клавиатура QWERTY. Ну, как видим, тут еще есть несколько клавиатур. Ну, никогда другие вы не выбираете. Там совсем по-другому расположены буквы. Так, итак,